здравствуйте. Сегодня у нас традиционная воскресная встреча на Киевском вокзале. Обратите внимание, пожалуйста, машина с логотипом. Киевский вокзал у нас находится вон там. Здесь парковка. Вот торговый центр. Мы вас очень ждем. С цветами я сегодня не просто так. У нашей Виктории сегодня день рождения. Мы ее поздравляем от всей души, от всего сердца. Вика спасибо. Очень делает много для нашего так, приюта. Спасибо большое. И будем надеяться, что наше сотрудничество продлится еще много-много лет. Вика, здоровья. Сколько хватит сил. И сил тебе, и здоровья. Все. Поздравляем. Спасибо большое. Татьяна пришла, тут Вика нам привезла. Ну, помогите ей кто-нибудь. Да, немножко пустая машина, к сожалению, времени не было. Ну все, приветствую. Всем добрый день. У нас, можно сказать, очередной гость, помощник нашего приюта «Лохматой души» с подарками. Огромное спасибо, что откликаетесь. Мы всегда рады таким замечательным помощникам. Хорошо. Так, это вам вот подарки. Так, я прям, наверное, в пакет, в сумке оставлю. Да, здесь коврик. Ну, здесь, смотрите, не знаю, нужно вам, не нужно это все дело. Вот такие половички пойдут, вот как подстилочки. Конечно, пригодится. Вот такие вот, да, там вот зеленочки вот одноразовые есть. Конечно. Это может быть для этого как спиртовые салфетки, может там какая типа, я не знаю, медицинская помощь. Так. Спасибо огромное. Здравствуйте, вы наши дорогие. Лилечка. Да, мне же надо чуть-чуть снимать-то. Хватит уже снимать. Хватит? Так. Кать, попробуй багажник открыть с кнопки. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Да, приветствуем вас. Можно я положу? Да, укладывайте, пожалуйста. Ой, спасибо вам огромное. Спасибо. Приезжайте. Как это без съемки помощников наших? Подходите, заходите, проходите. Да. Закидывайте. Возьмем, закидывайте. Там мы еще привезли. Мы и мы бы от новой не отказались бы. Мы бы тоже. Да, мы бы тоже. Сейчас мы еще одну партию. Что это не надо? Здравствуйте. Я стесняюсь. Да ладно. Смотрите, я просто помощники хочу... не стесняются у нас. Знаете, обязательно, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите нам что-нибудь доброе, хорошее. Доброе. Очень доброе. Вашим подопечным и вам здоровья, чтобы они не скучали, чтобы они находили своих хозяев. Спасибо большое. Спасибо. Здравствуйте, здравствуйте. Куда? Куда? Не стесняемся. Не стесняемся, да. Вот Татьяна второй раз приехала. Здравствуйте. Помочь? До двух или до трех? До трех, как обычно. С 12 до трех всегда стоим. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас еще. Еще помощница наша приехала. Два пакета. Вон, почему не надо? Всех не надо. Никто не хочет сниматься. А я вас потеряла. Здрасте. А то решили пройти, я смотрю, да? Нет. Мы поймаем. Здрасте. Я думаю, как же так? Ну да, мы тут. Сниму сразу. Не стесняйтесь, подходите, а то вы что-то скромненько я так стали. Не знаю, пролезли сюда или нет. Пролезете. Пролезете. Дорогие друзья, очень приятно, когда твой день рождения начинается с добрых дел. Утром примчалась меня поздравить Машенька. И
привезла кучу щенячьего корма, замечательный подарок, который я бегом помчалась отвозить на Киевский вокзал. Где Лилечка мне вручила совершенно потрясающий букет, пахнет, вот стоит прямо передо мной. Неописуемый аромат. Ну и спасибо вам всем большое за поздравления, искренние, теплые пожелания. Спасибо, что меня окружают такие светлые и доброжелательные люди. Я очень это ценю. Ну, подарки я теперь люблю принимать реально вот щенячьим кормом. И самый лучший подарок для меня сегодня был, это отвезти Хвостика в новую семью. Прекрасная девочка. Иди сюда. Чучело, иди сюда. А это мой кот. Сейчас он вам передаст привет. Мой Оникс. Тоже такой вот бывший приютский. Где моя красота? Это мое счастье. Ой, забирайте кошек. Это такое счастье в доме. А у нас так много в приюте кошек. Видите, моя зойка. Покажи, какие у тебя лапы красивые. Такой мой малыш сладкий. Еще раз всем большое спасибо за то, что вы рядом, за то, что вы есть, за то, что меня окружают. Многие из вас стали моими очень близкими друзьями. Я счастлива. Имя-то придумали? Чара. Вот так я провожу свой день рождения. Да. Но я рада, что ребенок приехал домой. Ты овчаркой будешь? Эй, выходи. Будет. Иди, ну, сюда. Забирайся. Чара. Забирайте. Вы думаете, вы ее прямо на поводке повезете? Осторожненько. Осторожненько, конечно. Куда упираешься? Пугливая. Маленькая. Отдай кофту. Тряпку отдай обратно. Моя-то красота. Вот. Ольга, новая хозяйка Чары. Малышечка. Все будет хорошо, ребенок. Сейчас тебя искупают. Будешь чистенькая, красивая. Ой, перепуганная. Ну ничего, все будет хорошо. Все, малышка. Все, договор подписали, все у нас нормально. Спасибо вам большое. Всем вам, лохматой душе. Со второй попытки, я думаю, все у нас будет хорошо, мы будем расти. Вот. Чарочка будет. Я вам буду присылать фоточки, да, видео. Ждем видео. Как мы растем. Ждем счастливые видео. Как мы растем. Все, малышка, до свидания. Ты теперь домашняя. Начинаем кормить. Щенков очень много. Щенков у нас огромное количество. Поэтому нам этого корма, конечно, надолго не хватит. Но все равно огромное спасибо. Вот у нас есть только щенков. Вот эти верхние бальоны. Это все щенков. Ну, а Лидик наш. Красавчик. Сейчас будем кормить. Вот он до конца все щенки. Это все щенки. Щенячьи вольеры. Не только здесь. У нас еще там сидят щенки. Там сидят щенки. Ну, в общем, дофига где еще сидят щенки. Вообще приют огромный, конечно. Видите, да, одна пройдет, видно. Да, еще ждали. И надо вторую миску. Еще одну миску надо, мало одной. Очень рады, все прыгают домой, сразу по мне кидаются.
тетеры. 100 штук. Вот их цена. И цифрексон все-таки удалось купить. Тоже 100 штук. Thank you.